В преддверии профессионального праздника Дня спасателя 74 молодых специалиста Департамента по чрезвычайным ситуациям в торжественной обстановке приняли присягу на верность делу. Все они прошли испытательный срок службы и теперь будут направлены на свои рабочие места в областном центре и районах. Казахстан республикасын халкымен президентіне адал болуға, Казахстан республикасын конституциясын, заңдарын, олардан ешқандай ауытқуға жол бермей қатаң сақтауға. Для каждого молодого сотрудника принятие присяги – важный день. Цель сегодняшнего дня – повышение имиджа спасателей. Присягая государству перед лицом ветеранов сферы и своих коллег, молодые специалисты будут стараться не ударить в грязь лицом и держать знамя своей профессии достойно. Пополнение ряды департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, которые будут проходить службу как в городских, так и в районных подразделениях нашей области, непосредственно будут принимать ликвидации последствий ЧС, а также тушение пожаров. Данное мероприятие было приурочено принятию присяги к Дню спасателя, который празднуется у нас в республике 19 октября. Все данные сотрудники будут служить на благо нашей Родины. В целом, в предпраздничный день 74 начинающих спасателя, среди них и девушки, приняли присягу. Изначально выступал Министерство чрезвычайных ситуаций, из-за того, что это очень отважная, очень смелая, очень ответственная работа для таких людей, которые не боятся взять ответственность за чужие жизни на себя. Стоя сейчас на площади Победы, во мне очень своеобразные эмоции. Ну, в основном, конечно же, такие, как гордость за то, что я стал на один шаг ближе к своей цели – стать настоящим профессионалом своего дела. Страшные события бывают с людьми, которые горят дома, чтобы таких событий меньше происходило. Из-за этого я зашел на эту работу, может быть, как-то повлияю на нее хоть чуть-чуть. С радостью ветераны сферы отмечают рост службы и укрепление ее материально-технической базы. Весной вы все доказали свой профессионализм и самоотверженность, показали свою работу. Ее видел народ и государство. Желаю, чтобы впредь чрезвычайных ситуаций было как можно меньше, и в них проявляйте все свои навыки и мужество. Я в службе ЧС работал с 68 по 93 годы. Был инспектором, старшим начальником и на других должностях. Сегодняшний день нашей сферы совсем не сравнить с нашими днями. Новая техника, новое оборудование, новые подходы – все совершенствуется, чему мы очень рады. И в нашем Касталском районе мы видим изменения. Все благодаря независимости. Желаю молодым спасателям поменьше чрезвычайных ситуаций и работать усердно для людей. С сегодняшнего дня каждый из присягнувших распределен по своим рабочим местам в городских и районных подразделениях. Алмагуль Джампеисова, Алтынбек Тынышкалиев, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.